меня будет отдельный советник. Мы сейчас уже очень аккуратно подходим к этому вопросу, после животрепещущей темы по советникам, который будет заниматься именно волонтерской деятельностью и координировать от обл.администрации именно волонтерскую деятельность. Скорее всего, это будет кто-то именно из волонтеров. Вы знаете, там есть Татьяна Петровна Куба, у меня есть, она занимается именно медицинской историей. Что касается, может быть, это будет Оля Горб, которая тоже известный волонтер. Мы сейчас рассматриваем такой вопрос.